давайте. Здравствуйте, у нас проходит дегустация оливкового масла итальянского из Тосканы. Экстра вержин прямого холодного отжима с горчинкой. Можете попробовать убедиться в том, что оно ароматное, вкусное. Да, спасибо. И очень полезное, потому что прямого отжима. Секундочку, сейчас открою. Ой, маска-то мешает. Ну, с маленькой горчинкой. То есть сначала она не чувствуется, а потом чувствуется. Эта горчинка свойственна тосканским маслам. То есть это хорошо? Да, это хорошо. Это говорит о том, что в оливковом масле есть косточка. То есть это первый отжим сам. То есть второй, третий отжим, он уже такой... Это такое масло, на котором можно жарить котлеты, там, ну, то есть, как такое. А именно вот это, именно в салате, и в овощи, полезно, вкусно, вот именно вот такое. Понятно. Так, понравилось? Да, вкусно. А скажите, пожалуйста, вот говорят, как-то по этикетке можно понять, что масло вот хорошее, там, настоящее. Ну, я не знаю, насколько по этикетке, конечно, но по вкусу можно точно понять. Вот, оно такое нерафинированное, вкусное, вот в стеклышке. Как раз нужно оливковое масло, чтобы оно было в стекле. Обязательно. А не в жесткой упаковке. Если приобрели в жесткой, то нужно его перелить в стекло обязательно, в темное. Вот, и опять же, масло, говорят, лучше покупать свежее, то есть не какой-то да, там трехлетней выдержки, конечно, как вино. Будет уже, ну, не таким полезным, прокормленным, в конце концов. Это изготовлено 14 мая этого года. Понятно, замечательно. Хранится, да, вот оно до 22 года. Вот так, чтобы такое вот у нас масло вкусное, полезное, богатое всеми веществами, антиоксидантами и всем, чем возможно. И как долго вот еще будет вот дегустация? У нас дегустация будет до 11 августа, с 12 до 4. Приходите, ждем вас, будете пробовать наше масло. Спасибо. Сейчас здоровьем. Спасибо.